Володя, был где-то и забыл фотоаппарат там. Сейчас садится, поехали. Видите, у нас теперь 6 этих окон наблюдения. Тут не видно было вход в храм, а теперь отдельно сделали. Интересно вообще-то. И она сама записывает все, что остается. За 4 месяца может. Потом проверил и посмотрел, кто был. Вот вышел. Теперь он должен там появиться. Вот так и есть. Володя пошел на работу. Такой маленький. Стоит, не шевельнется, как будто не живой. Все, пошел на работу. Сколько время стоит? Утреннее правило дополнительно считает. А, телефон. Телефон у него. Вот и установил, думал, молится. Приучаю мало говорить по телефону. Значит, что-то важное. Тут 2 минуты говорит. Повернулся, действительно. Ворота, палочка, почтовый ящик. Сколько говорит? Скажет, я недолго говорю. Это вредно. То, что говорит, говорит вот сейчас, чтобы там ни было, это ну, целая инструкция. Вот я ему покажу, придет, сколько он говорил. Кто-то же давит, платит за это деньги. В руках у него сумочка. В Карелию посылает книги. Новый Завет, трехтомник, симфония на неканонической, симфония жития и к истинному православию. Попутно сейчас на главпочтамт, мне все нанимать надо. О, благослови его, Господи.
и умудри во спасение. Хвала тебе, Иисус. А тут у меня что? Надежда Васильевна тоже вышла. Дальше Володя-то где? Вон он пошел. Это наш дом, так видно. А вон мусорные баки стоят слева. Пошел. Вот Надежда Васильевна к дверям подходит. Так вот не было, чтобы рядом-то были. Вот она под лестницей, вот она идет. Вот тоже пошла. Благослови их, Господи, и помилуй. Надежда Васильевна пошла по милиции везде. Тут выписать не могу, у меня прописаны двое. И никаким образом не выписывает. Каждый месяц плачу. А что платить-то? Выписать? Не выписывать никак. Заплатите сначала 300 рублей за суд. Даю документы и боюсь, что она потеряет их. Ну, боюсь просто. Вот она вышла. Что-то пошла в сторону, видно. Завернула здесь. Ну вот все. Пошла, поехала. Вот она дверку свою палочкой подперла. Видно, что ее нету. Сегодня выпал снег первый раз. Сегодня у нас 26 октября 2017 года, четверг. Должен батюшка вернуться из поездки по России. Все ездит по монастырям да по мощам. Пошла Надежда Васильевна куда-то. Что-то на голову какую-то надела. То ли пенопласт, то ли еще. Это у нее зонтик такой. Прямо пенопласт какой-то. С Богом! Вот это вот ночь. Володя вышел. Сообщили, что подъезжают.
Интересно, тут в сплошной темноте. Привязывает. Вот она, пошла машина. Вот это же ничего не понятно. Немного там видать. Алексей Устинов приезжал. Банку отдал, эти сухари непонятные. У Никиты-то на голодный желудок это пойдет. Как удобно. Не могу выйти. Нет, уже. А у меня там что-то приехали за пенопластом. Сосей тоже. Алексей уже затопил печь у себя. Ну, там что-то котла-то нету. Буржуйку у батюшки какую-то брал. Как хорошо. Как хорошо, все свои. Так. Алексей дом себе строит. Благослови, Господи. Вот он еще не зашел ко мне, а я его увидал, приготовился. Вот так.